Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Ну что? Ну что, что? Я в ожидании, вы, судя по всему, тоже в ожидании. Я еду к моей прекрасной... Анне рыжеволосой, которая, соответственно, ждет меня в ресторане. Женщин, конечно, ходит, я вам скажу, у нас в Питере на улице Рубинштейна. Просто это Мекка для тех, кто хочет, во-первых, вкусно пожрать. Здесь около 40 ресторанов. Во-вторых, потусить. Здесь есть всякие караоке, пару клубов, по-моему, даже. Очень много всяких харчевень с разной кухней. Короче, каждое заведение культовое практически. Есть путеводители всяком разном. Ее все хотят сделать пешеходной уже 100 лет, но она очень длинная и очень тяжело сделать ее пешеходной, потому что все равно транспорту надо заезжать, забирать мусор, привозить товар. Ну, как бы это нереально. А заведений куча всяких. То про что это я? Про то, что и, соответственно, девчонок сюда прилетает, привлекает их здесь всех целыми кучами. В итоге я еду за Анной, иностранцев куча, я еду за Анной по Рубинштейну, сейчас я ее наберу. Сможет ли она сама выйти ко мне или нет, посмотрим, надеюсь, что сможет. Я ее наберу, соответственно, и что? Телефон я Анны, кстати, взял у Олеси. Сказал, что у меня есть замечательный фотограф, оператор, который может снять ей клип, о котором мы говорили с ней. Под этой мазой я взял у нее телефон. Она мне скинула, сейчас я позвоню ей. Это будет круто, да, потому что я подсуетился, типа, он ничего себя на телефон не оставлял, а я его, соответственно, каким-то образом нашел. Короче, я подготовился, переоделся, сменил лук. Какие женщины ходят, это просто что-то с чем-то, друзья мои, невероятное просто вот. Ну ладно, я еду к женщине, что я вообще, что я хочу, все грибы в лесу собрать. Ну это от жадности получается какой-то уже, надо перестать. За двумя зайцами, тремя зайцами погонишься и останешься в душе сам с собой. Поэтому нет. Да, звонить же надо, ё-моё, мы подъезжаем уже. Я красив, бодр и дьявольски здоров. Никаких таблеток не жрал. На всякий случай. Вдруг сейчас тоже что-нибудь произойдет непонятное. Поэтому все на старческом максимализме. Так, что, уверенности мне побольше, да? Ну и здоровье, конечно, вдруг что будет. Женщин просто столько. Не знаю, вам в камеру не видно, наверное, но, короче, их очень много. Что-то невероятное просто какое-то. Короче, в Питере кто одинок или кто одинок временно, можете приезжать на Рубинштейна улицу. Поближе сейчас подъедем, я наберу девушку. Хотя, что поближе, пускай она выходит уже. Сколько девчонок, так спокойно. Алло. Анна, здравствуйте, это Евгений. Да. А я подъезжаю к вам, вы можете выходить уже, если вы там все закончили свои дела, то я буду через 1.5 минуты около ресторана. А вы прямо к ресторану подъедете? Ну да, в ресторан заехать не смогу, но к ресторану подъеду. Двери маленькие. Ну хорошо, хорошо. Выходите. Давайте, хорошо, окей. Если женщина смеется над всеми твоими шутками, значит, это не значит, что ты охрененный юморист. Это значит, что она расположена делать тебе таким образом комплименты. Типа, ты охуенно смешной. Но на самом деле ты ни хрена не смешной. Это как мы женщинам, когда нам от них что-то надо, говорим, ты прекрасна, просто ты такая, ах, ты такая, сам про себя можешь думать, ё-моё, ты, конечно,
далеко не такая, но я прямо уже полгода без секса, поэтому сегодня ты прям такая вся просто отличная. А потом будь что будет. Да, вот у женщин наверняка то же самое в обратку. Про юмор. Жвачку. Вдруг будем целоваться. А вон и моя девушка. Ну, освежил дыхание. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас мы посадим девчонку. Здрасте, здрасте, здрасте. Так что, вы садитесь? Женя! Да, привет! Привет! Слушай, я встретила подругу. Так. Звезда вообще, здрасте. Звезда просто. Можно я тебя сейчас, секунду. Познакомлю? Можно. Привет. Да, привет. Неожиданно. Да. Все. Прости, пожалуйста, это вообще так случайно встретила. Ага. Слушай, это такая звезда-звезда, просто звезда-звезда. Она поучаствовала в 4 телевизионных проектах, она поет так. Мою вот песню уже 5 лет. Да, «Поле чудес», «Давай поженимся» и еще один фильм. Мосфильм. Круто, мы с ней столько времени не виделись, ты не представляешь, сколько мы времени не виделись. И мы даже поговорить толком не успели. Это Евгений. Это Евгений, здрасте. Это я просто опять, ну, то есть я же планирую, у меня опять же какие-то несостыковки, да, то есть у меня в планах одно, но планы постоянно как-то, ну, то есть вот, я теперь понимаю смысл фразы, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. То есть я... Я понимаю, да. Ну круто, как бы. Слушай, вообще, я так рада встрече, да? Просто вообще. Mm-hmm. Ты знаешь, я и сколько лет не видела. Так. У нее столько всего произошло в жизни, так. Да, Свет? Да. Свет, mm-hmm. Расскажи. Да, я там на передачу ходила, на Первый канал все рассказывала. Можно там посмотреть? А, ничего себе. Это Женя, расскажи, ну из первых рук-то вообще. Так а нам куда ехать-то с подругой? Слушай, мы хотим съездить в арт-кафе. Я хочу показать ей, где мы будем проект делать. Угу. Вот. Угу. Эх, слушай, так круто. Сегодня так тепло. Ага. Солнышко. Угу. Сегодня все выходят гулять. Все к романтическому настроению. Да? Слушай, меня пригласили на радиошок, короче, презентация песни, которую я тебе показывала. Ты помнишь? Mm-hmm. Господин, вот это вот. Так. Будет презентация на радиошок буквально mm-hmm. уже через день. Завтра у меня будет фотосессия mm-hmm. для обложки. Mm-hmm. Вот, а послезавтра будет презентация. Mm-hmm. Правда, я его еще не тороплюсь выкладывать, то есть она будет звучать только на радиошок, больше нигде. Mm-hmm. Такой вот маленький нонсенс. Mm-hmm. Есть еще радио Роял. Представляешь, у меня есть свое радио Ярославское. Я вчера обнаружила. Лазила, короче, в интернете, Facebook, там это самое, у меня там поклонники все высвечиваются, короче, фанаты. И я туда давно уже не заходила. Так давно, что я уже вообще забыла, где там, что размещено, как что. У меня, короче, наигралась куча музыки и появилась куча кредитов каких-то, которых можно использовать. 6000, представляешь? 6000. Ну и я, конечно, а можно было вообще всего несколько песен вообще разместить, представляешь? А сейчас... Ты предварительно записать ее? Угу. Слушай, взяли бутылочку воды с собой, пить так хочется, жарко, потому что... Да. Да. Нет, но я знал, что... Попить не хочешь? Пока нет. Я знаю истории, когда девушки на свидание в детстве приходят с подругой, ну, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, но чтобы уже в возрасте, ну, как бы уже более старшем возрасте, чтобы приходить с подругой на свидание, я могу предположить, все то, что я могу предположить, я не знаю, стоит ли озвучивать. Ну, то есть...
ну, мы же давно не виделись. Да, я понимаю. То есть, либо у вас, Анна, сложилось впечатление, что я достаточно здоров, и меня хватит на много, значит, женщин. Это как бы единственное, что может греть меня. Какие амбиции! Скажем так, либо второй вариант, который мне вообще не нравится, он, соответственно, он второй вариант. Поэтому... Хорошо, я ничего не понимаю. Мы тут встретились, и нам так хорошо. Ну, это хорошо, что вам хорошо. Ну, и мы хотим, чтобы тебе было хорошо. Вот! Да, вот. Тебе будет хорошо. А, мне будет? Да, конечно. У меня настроение только что изменилось. Нет, резко. Ты еще не знаешь этого человека, да? Вообще. Но... Даже я его не знаю. Но на самом деле... Мы общались, все будет хорошо. На самом деле, это же в современном обществе не нужно, ну, ходить в гости. Вся же все очень быстро происходит. Быстрая еда, фастфуд, да? Ой. Быстрые знакомства, быстрые свидания. Быстрые, все очень быстро. Поэтому жизнь скоротечна очень. Долго. Жизнь, конечно, долго я, ну, у меня в роду, у меня просто, я объясню сразу, да, чтобы без иллюзий, у меня в роду негров не было, поэтому сильно долго я не смогу. Ну, что? Ну, это правда, хотя все говорят, мы из Африки, типа, все родом. Возможно, это так. Это ты о чем сейчас? Тысяча и одна ночь. Петь в караоке я долго не смогу. О, Господи. Да. Петь в караоке я долго не смогу. Ничего страшного, мы вдвоем споем. Ты знаешь, да, как мы поем вообще? Хором, то есть. Ой, ты представляешь, я тут вспомнила, мы в детстве из акации делали свистки. Прикинь, такую штучку берешь, короче, так смазываешь, и, короче, она свистит, прикинь, такой пи. Вообще такая штука бомбическая. Если так смазать, если так смазывать любую штучку, она будет свистеть, в принципе. Это... Ну, не знаю. Вот эти вот такие свистульки, это прикольная штука на самом деле. Причем вообще вот как бы... Ну, жалко только в июне, можно сказать. Вот когда уже акация отцветает, вот это вот вся... Ой, что-то я... Да, я опять это хотел. У меня просто, ну что, я... Не, ну не бывает же... Не бывает же смешных шуток и не... В смысле, не бывает же... Что ж такое-то? Не бывает же пошлых шуток и не пошлых. Есть смешные и не смешные, да? Да, да. Тогда да, я пошучу. В мою свистульку можно свистеть круглый год. У тебя свистулька есть? Ну, есть, да. Свистулька. Заказы? Практически, да. Ну, по размерам такая же, просто, ну, может быть, она там, ну... Как? Вот не зеленая там, вот как-то так. Ну, остановимся на этом, как в детстве, да. Ничего не изменилось с детства. Вот, но в целом я рад вас видеть вновь, Анна. Да. И мне приятно в любом случае. В любом случае. Вы так эротично держите бутылку, что я не могу не обратить на это внимание. Остужает мои руки. И ваши ноги. Да, хорошо, не то слово. Это просто что-то с чем-то. Свет, расскажи хоть про один проект телевизионный, вот, которым ты снималась. Какой-то я видела... Как я кастинг проходила. А что, есть история про кастинг? Конечно. Я тоже проходил два кастинга, у меня тоже есть история. Расскажите, я вообще ни разу кастинг Я думал, мне нужно будет с кем-нибудь переспать, но когда вышли несколько мужиков, я понял, что я не потяну. И сразу сказал, что спать я ни с кем не буду. А половина мужиков сразу ушло, а остальная сказала, что спать не надо, надо просто говорить по тексту и быть самим собой. Но я так напрягся, что самим собой не смог быть, поэтому провалил оба кастинга. А у меня вообще никакого текста не было, у меня все. А, кастинг без текста. Ну я и что? Я пришла на поле чудес с большим чемоданом, с одеждой. Так. Вот, и мы ходили по всем кабинетам, думали куда-нибудь попасть на кастинг. Так. И уже все... Где там походили, вот, и уже на выходе, прямо на вертушке, мы нашли менеджера по кастингу. То есть я уже там снимала платье, уже собиралась выходить, там клеил охранник. Якубович? Охранник. А, он Якубович клеил. Да, почему-то постоянно передо мной выскакивал. Я иду в одну сторону, он выскакивает раз, и все время охрана там так, да, разойдитесь. Вот. А Якубович мужчина знатный, да? Да. Вот он не почему? В моем вкусе вообще почему-то, ну, вот, я не знаю, и... усы такие вот у него торчащие, такие какие-то вот это. И меня тут же с чемоданом завернули на кассе. Не мое. Модный приговор. И у меня вот оказались... у тебя усики там... аккуратные, бородка аккуратная. Чемодан, как стилиста, радует твой внешний вид. Так, я
понял, что ничего не понял, да, но на самом деле кастинг чем закончился? В итоге вы снялись, да, в этом в модном приговоре? Мы позвонили другу продюсеру и сказали, что я очень понравилась, и они меня... И мы счастливы! Что мы должны пригласить вас, говорят, тоже. Так, и как это было все в «Давай поженимся»? Все нормально. Вам сказали, делайте, что хотите, только не влюбляйтесь? Или что? Не переживайте, все будет хорошо, приведите еще 5 друзей. Так. Это какая-то замануха пирамидная. А приведи, приведи еще 5 друзей. Ну да, из семьи, это же семейный тип. А, так. Обязательно семейный. Из моей семьи. Так. Пришлось. Кто билетов купит пачку, тот получит водокачку. Да. Все хорошо было. Меня приодели. Мне Юдашкин подарил платье. Юдашкин? Лично? Ой, не задавичу. Лично, конечно, он меня одел такой красивый, почему-то большое мне было это платье. Они мне не ушили его, оно так на меня болталось. Ну, блин, как такое? Круто от Юдашкина платье. Да. Такой крутой дизайнер вообще. Вы знаете что, Анна? Что? Я пойду ва-банк. И все равно, что наша подруга теперь, ваша подруга меня слышит. Видите эти мозоли? Они не от штанги. Меня Олеся, значит, скажем так... не додала внимания, вот, а теперь вы, и я на таком, как бы, ну, подъеме, скажем так, в квадрате, что у нас сейчас что-то случится прямо при вашей подруге, ну, я прям чувствую, вот прям в себе силы чувствую. Мы можем погулять, мне... не понимаю. Я к тому, что я очень рассчитывал, что мы с вами как-то вдвоем проведем время, да, вот, а сейчас мне нужна какая-то сатисфакция, мне нужна, и не слишком... Вы сложно говорю слово сатисфакция. Не-не-не, Свет, не торопись. Свет, пускай не торопись. Пускай выпустит пар, чуть-чуть отдохнет. Да, надо немножко может быть, остыть. Льда в штаны, может быть, да, бутылку в штаны, хотя погладь там места нет. Вообще крутая тату, да? Вот это вот. А если тебя погладить, ты вообще сожрешься? Ну, я на самом деле тут как бы тут много всяких вариантов. Сейчас уже время позднее, да, но тачка не тонированная. Но я понимаю, что мне сейчас уже все равно. В принципе, у меня такое выражение лица во время релакса, что мне не стыдно. Поэтому можете трогать, можете начинать трогать. Ну, я не собираюсь ничего трогать. Мы же приехали в арт-кафе. Сейчас... Вы там уединитесь, а я... Не-не-не-не-не-не, мы сейчас вместе пойдем. А, кстати говоря, если хочешь, я тебя приглашаю посмотреть той же арт-кафе. Ну, и вот рядом еще галерея поэтому... картин, можно посмотреть, я тебя познакомлю с искусством. Там, кстати, очень много темных мест. Нет, там очень много светлых мест и очень много красивых картин. Я уверена, что там точно есть какое-то интересное место. Мне надо припарковать машину тогда. Да. Давай, мы выйдем здесь, тебя подождем, а ты припаркуешься и к нам. И подойду. Да. Давайте. А может, лучше вместе? Так нет, вы выйдете, чтобы вам не переходить дорогу, а я на той стороне поставлю. Вот и я об этом. Да. И не надо, я гоню от себя эту мысль. Я не неудачник. Нет. Нифига. Я не знаю. Значит, я буду достигать всего, значит, каким-то другим путем. Топить в слезах, угрожать, давать деньги. Но я добьюсь своего сегодня! Вот. Короче, я пошел, сейчас вернусь и... расскажу, как чего. Ну, я надеюсь вернуться с ней без подруги. И отвезти ее. У меня даже место было приготовлено, романтическое. Где я ее на машине прям... Ну, ладно. Она хочет поиграть, она получит игру. Она получит эту игру. Ставьте лайки, и вы увидите и правила, и условия, и саму игру. Ставь лайк. Пахну отлично. И я пошел.